нас здесь были бурьяны, мы здесь подключали от автомобилей лампы и играли в прятки. Ну, то есть знакомились друг с другом, и у нас возникла инициатива сделать вот такой прекрасный дом. Потому что мы стареем, дом стареет. Если посмотреть вокруг нашего дома, в нашем городе, вокруг многих улиц, вот рядом наш дом, Борзенко 25, он на 3-4 года старше, но он страшнее, потому что просто никто не хочет. Мы хотели это сделать полностью кварталом, все, чтобы это было. Чтобы буквально все участвовали здесь, чтобы оградиться от собак. Мы здесь полностью все вначале начали с собак, отправили в монастырь, договорились у нас. Татьяна Алексеевна Бородач отправила, машина повезла и продукты, и деньги, и собак, потому что не могли их чипировать. Избавились от бродячих кошек, потому что люди забирали или делали им места, где мы кормили их. Провели, значит, водовод, который поливает теперь на субботник 2 раза в год. Участвуют все, а если те, кто не участвует, дают 100 рублей 2 раза в год. Это небольшая сумма. Мы приобрели и наши все инструменты, лопаты, цапки. В другой раз даже больше их, чем нашей управляющей компании. Мы благодарны нашему депутату Батуренко Владимиру Алексеевичу, который нам привозил сам на своей машине и песок, песочек. И помогал участвовать в формировании современной среды. И согласовывали мы вместе с ними, с администрацией, автопарковку вот здесь. Потому что мы более 3,5 миллиона вложили в то, чтобы наш двор таким стал. Все говорят, там живут одни куркули богачи. Нет, тут живут нормальные, честные, порядочные люди. И судьи, и прокуроры, и адвокаты, и учителя, и воспитатели, и строители, и бизнесмены, и моряки. И практически мы знаем каждого. Даже мы знаем наших квартиросъемщиков, если люди куда-то уехали. Они тоже участвуют в субботниках. Они из других регионов, откуда они приехали здесь работать, привозят там цветы, юки, значит, розы. Поэтому мы желаем всем жителям нашего города таких ими дружных соседей, таких прекрасных людей, которые вот понимающие. Есть, конечно, молодые, которые сильно заняты, но они в будущем, наверное, перемут нашу, так сказать, наши желания, перемут наши все дела и продолжат наши дела. Нам будет тогда не обидно.